Так, всем привет! Сегодня у нас такой получился, короче, денечек обычный, рабочий, и заскочил в магазин. Сегодня у меня так получилось, поэтому сейчас сделаем распаковочку. В принципе, тут ничего такого нового, наверное, нету в Германии рассказать. Ладно, по покупочке рассмотрим. Смотрите, купил яйцо куриное. 2 евро. 2 евро. То есть так, масло, кстати, масло подсолнечное здесь 5 евро, 4 евро 1 литр. Это дорого, в принципе, на наши около 10 рублей, больше 10. В принципе, я так подумал, что как такое может быть, я угадал, такого быть не может. Можно найти 2 литра за 5 евро подсолнечного масла, вот. Здесь 2 литра, стоит 4,99, это получается литр 2,5 евро. Это уже нормальная цена, дешевая. Вот такой бутыль, 2-литровый, вы себе сэкономите. То есть все отлично. Ну, купил кнопперсов, конечно, очень мне понравились, 8 штук вафели. Сегодня на акции евро 30. Евро 30. Купил какие-то, я так понимаю, это пельмени 6-8 минут. Только почему они не в холодильнике? В общем, что-то такое подсушенные, что ли, они какие-то, не знаю. Все такие пельмешки. А цена их стоит... Так, смотрим. Суэсварен. А вот. Тиф. Кульхе. Нет, это нету. Тортеллони. Гетранки, Томми. Короче, я не знаю, честно сказать, сколько они стоят. Но вообще, стоят они недорого, евро с чем-то. Вот такие пельмешки. Мит Ирн Аус Баден Хальтунг. Курица, наверное, с курицей. Что-то такое, в общем, здесь моцарелла, помидорка. Ну, не знаю, надо пробовать. Что купил? Макарошки купил. Делай документы. Наверное, 79 центов. Алло. 79 центов. И купил еще две пачки кнопперсов кокосовых. Вот эти вообще классные. Мне очень понравились. Они на акции по евро 30. Супер. Купил я, конечно же, виноград. Виноград попался мне за евро. Ой. Евро, по-моему, 79, если я правильно помню. Если мне не пробили, что-то здесь больше. Картофели, кнопперс, паприка, гуркен, траубен. А вот. Траубен. А что за траубен я купил? Килограмм 3 евро. Короче, покупал... А вот траубен. В общем, это дорогой купил виноград по 3 евро. Там был какой-то за евро 70, я купил дорогой. Ну ладно, как есть, так есть. Это у нас картофели чили 2 евро. Запекать картошка какая-то с соусом внутри. Надо поставить за печь, попробовать. В духовку. Это у нас красный перец. Красный перец. Он евро... 79. Сделать салатик на работу отлично будет. Это у нас кефир за 89 центов. Ну, такой вот кефирчик у них тут. Он тут в разных упаковках. Я вот такой купил. Это самый оптимальный вариант, самый недорогой. Томаты купил 1,5 евро. И купил интересную штуку. Вот такую. Кто-то, наверное, знает, что это. Они с 1954 года, фирма Томми. Они делают какие-то соусы, то ли майонезные, то ли какие. Вот я попробую, не знаю, что это. Но это очень крутая должна быть штука, фирменная, ихняя, немецкая. То есть я встречал это очень давно, где-то с Германии, кому-то где-то передавали. То есть вот написано «деликатес», «деликатесен». Что-то тут очень крутое. Попробуем. 2 евро стоит. И, конечно, я купил гуркен. Ту-ту-ту. Здесь такие гуркены, они нормальные. Порезал бум-бум-бум. И в салатик. Так, только Наташа не кричать.
Все. Жвачка, кстати, классная, смотрите. Хлоп. Тю-тю. Много тут жвачек. Они вкусные, яблочно-малиново-клубничные. Классные жовки. Все. Вот такой у меня получился обзорчик. В принципе, наверное, все. Отдал я за все это, получается, 22 евро. Еще пустые бутылки отдал из-под воды. Короче, 24,46. 24,5 евро вот за это все. Дорого, много, не знаю. Записал, показал, рассказал. Все. Спокойной ночи.